Анна Павловська, спеціаліст інфекційного контролю, представник Асоціації служби організації інфекційного контролю. Вітаємо вас в ефірі нашої ранкової програми. Доброе утро. Сьогодні вже анонсували нашим глядачам, що з вашою допомогою навчимося правильно обирати антисептичні засоби для того, щоб під час відпочинку та й у повсякденному житті забезпечити себе від усіх інфекцій. Да, мне бы хотелось сказать, что каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с симптомами пищевых отравлений. У некоторых это занимает пару часов, а у некоторых недели в больнице. Как говорит медицинская статистика, что пищевые отравления увеличиваются в праздничные дни и в летний период. Лето – идеальная пора для размножения инфекций, и такие инфекции, как ботулизм, гепатит А, сальмонелла, они подстерегают нас повсюду. Причины – это, конечно же, грязные руки. Это перекрестная контаминация, например, когда с мяса инфекция попадает на салат или другие продукты, которые не прошли термическую обработку. И на сегодняшний день нередки такие случаи, как отравление бытовой некачественной химией. Поэтому сегодня мне бы хотелось немножко об этом поговорить более подробно. Про мытье рук. Это, конечно же, и мытье рук, да, чистые руки, и антисептик. Для того, чтобы выбрать правильный антисептик, нам необходимо обратить внимание на то, что, во-первых, бывают разные емкости. Это карманный антисептик. Мне бы хотелось показать, что есть маленькие антисептики. Mm-hmm. Есть побольше антисептики, чтобы мы могли пользоваться ими там, в домашних условиях, например, или на работе. И есть литровые емкости, если вы таки часто этим пользуетесь. На емкости с антисептиком должны быть прописаны, от чего нам поможет данный антисептик. Тобто так, як зазвичай заходиш до магазину побутової хімії чи до аптеки, бачиш чимало антисептиків, написано крупними літерами про те, що допоможе від усього, від усіх інфекцій. На це не варто звертати уваги, треба шукати детальніше. Так, потрібно дивитися більш конкретно, тому що допоможе від всього – це ні о чому. Нам потрібно побачити, що там прописано. Бактерії, в тому числі туберкульоз. Вирусы, в том числе гепатиты, в том числе от гриппа, в том числе и ВИЧ. Угу. Да, бактерии, вирусы и грибы. Потому что антисептик нас спасает и от грибковых заболеваний, инфекций. Также на пляже я советую пользоваться и для ног, для того, чтобы не подхватить грибок. Угу. Ось про те, що навіть на пляжі варто користуватися антисептиком для ніг, про це ви для мене відкрили таку новиночку. Да, пользуйтесь такою цікавою інформацією. Я вам хочу сказати, що крім цього, і антисептики, і дезінфіціруючі средства, і моющі средства для дома должны иметь соответствующие документы. Я хочу, чтобы наши зрители не стеснялись спрашивать у продавцов сертификаты качества на продукцию, потому что каждое из этих средств должно иметь сертификат качества, должно иметь свидетельство о регистрации и заключение санэпидстанции на то, что это соответствует для пользования в домашних условиях, для детских учреждений и так далее. Зараз наші глядачі могли бачити варіанти цих документів, та чи кожен споживач може потребувати саме такі документи і сказати, я бажаю їх переглянути. Чи кожен може їх надати на перегляд? Так, да, звісно. Тож, давайте ще раз скажемо, які документи нам варто просити, на що варто звертати увагу? Я хочу, щоб всі знали, які документи має мати кожне средство, моюще або дезінфіцирующе. Це свідчення о реєстрації препарату, да, це паспорт. Угу. Паспорт даного средства. Це заключення санепідстанції. И это сертификат качества. То, что важно нам знать, это сертификат качества, потому что на каждой емкости любого из средства написана дата изготовления и номер партии. То есть то, что разливается именно в эту емкость, это наша партия на сегодняшний момент. Поэтому сертификат качества, он как раз говорит о том, что в данной емкости препарат соответствует заявленным производителям регистрационным документам. Поэтому сертификаты качества на продукцию можно и нужно требовать. Угу. Зрозуміло. А ось щодо того, як взагалі обирати антисептичний засіб, тому що я обираю по зручності. Якщо мені зручна баночка, я бачу, ну, обираю за тим, чи я хочу, щоб він був у вигляді гелю, чи я хочу, щоб він був розпилюючий від того, для чого він мені потрібен, і все.
Найбільше в мене уяви не вистачає. Я думаю, ну, мабуть, якщо він продається в аптеці, я намагаюся його купувати в аптеці. Якщо в аптеці, то, мабуть, він мені допоможе. Я думаю, що ви правильно подходите к этому вопросу, нужно покупать ту емкость, которая вам наиболее будет удобна. Конечно, карманный антисептик нам наиболее удобен, потому что мы его с вами можем положить в сумочку. Нужно знать просто, что есть другие емкости, да, и литровые, и немножко меньше с распылителями, поэтому пользоваться в зависимости от вашего удобства. Но по тому, какой состав, да, у антисептика, вы тоже должны знать. Правильно, если вам удобнее пользоваться гелевым антисептиком, вы можете выбрать гелевый. Для детей мы выбираем только гелевый антисептик, потому что детки брызгаются антисептиками, это спиртосодержащие, они могут попасть в глаза и возникнут у нас многие проблемы. Мы, взрослые, можем взять жидкий антисептик, так же, как и гелевый, как вам удобно. Но нужно знать, что есть спиртосодержащие антисептики, а есть антисептики, которые даже разрешены в использовании для слизистых. Они на основе хлоргексидина и перекиси водорода. Таким антисептиком очень хорошо пользоваться и вот в летний период, когда детки падают или мы царапаемся, то можно обработать даже раны, и в том числе на слизистых, то есть во рту. Ось, до речі, хлоргексидином я полюбляю, якщо десь якась в мене ранка з'являється, я крапельку хлоргексидину і вважаю, що все. Я забезпечена і захищена від усіх інфекцій. Чи дійсно це мені допоможе? Это в том числе вам поможет, конечно же. Но антисептик на основе хлоргексидина, перекиси водорода, который имеет еще ряд свойств, он имеет более широкую микробактериальную свойство. Зрозуміло. Дивлюсь зараз на оці великі баночки, і ось в мене питання. Чи його використовуємо ми лише у промисловості, на роботі, наприклад, там, де необхідно дотримуватись чисто стерильних рук, чи можна їх навіть використовувати вдома? Звісно, ми зараз говоримо більше всього, як ми в бытовому своєму повседневній житті це можемо використовувати. Звісно, миття рук – це однозначно, антисептика рук – це теж дуже важливо. Особливо це важливо, коли ми виходимо за пределы нашого дому. Нам нужно обработать руки, когда мы идем в супермаркет и на море, везде, потому что мы себя так можем обезопасить от многих инфекций. Что касается моющих, на сегодняшний день, конечно, перекрестная контаминация имеет место, и поэтому есть моющие с дезинфицирующим эффектом. То есть вы не просто дезинфицируете или не просто моете, а вы можете мыть и дезинфицировать. Угу. Это конкретные есть вот средства, они обладают таким эффектом, и, конечно же, нужно обрабатывать и рабочую поверхность кухни, и разделочные доски, и раковину, и кухонные губки. Особое, конечно, внимание занимает кухня, потому что на кухне мы можем все инфекции увидеть. Есть дезинфицирующие салфетки, которыми мы можем протирать те или иные поверхности в зависимости от того, нужно нам это или нет. Моющие. Обратите внимание, что мыло лучше всего, чтобы было гипераллергенным, не содержало ни красителей, ни ароматизаторов. Это также очень хорошо для нашей кожи. И, конечно же, все эти емкости имеют номер партии, и поэтому смотрите на то, чтобы на профессиональных, качественных и дезинфицирующих средствах, и моющих были и дата, и номер партии изготовления. Где ж шукати номер партии, як розуміти, що дійсно це те, що нам потрібно, а не просто щось там вибити? На любой емкости вы можете увидеть несколько цифр, в данном случае это здесь, либо это находится вот здесь. Угу. Вы можете увидеть, что на емкости находится дата и номер партии. Любую профессиональную емкость хорошего производителя, качественной продукции, вы можете увидеть две этих цифры. Также на верхнюю цифру вы можете потребовать сертификат качества. Так вот, эти цифры с сертификатом качества должны быть одинаковы, и вы можете посмотреть, что такие соответствуют заявленным производителям составу данная партия. Я вже обирати антисептик у залежності від опору до тих чи інших інфекцій. Ви говорили, що до різних захворювань можна підібрати дійсно гарний захист. Я вважаю, що потрібно брати широкий спектр антисептика. Тому потрібно звертати увагу, якщо ви бачите на ємкості написано, що бактерії, в скобках туберкульоз. Споры туберкулеза очень тяжело уничтожить, поэтому если на антисептике написано, что в том числе туберкулез, это очень хороший качественный антисептик. Вирусы, в том числе гепатит, вирусы гриппа и ВИЧ, это качественный антисептик. Обращайте внимание на то, чтобы было прописано бактерии, вирусы и грибки.
Декілька років тому, коли були такі великі масштабні хвилі грипу H1N1, дуже популярним та модним було мило, в якому писали, що мило допомагає знешкодити бактерії вірусу грипу, ось такого, і дійсно ви будете захищені. Чи справді ось звичайне мило може побороти ці інфекції? Чи варто все ж таки довіряти лише антисептичним засобам? Ні, є мило с антисептическими свойствами. Можно выбирать, что вам удобнее. Я бы советовала мыть руки мылом противоаллергенным, когда вам это необходимо, и дезинфицировать антисептиком, когда вам необходимо. Пользоваться постоянно мылом с антисептическими свойствами, ну, не очень хорошо будет для кожи. И если мы говорим в профессиональном среде, например, в больницах, то да, это актуально. Нам в быту, ну, это не так уж и важно. Вы можете мыть руки мылом обычным, противоаллергенным, хорошим, качественным, и обрабатывать руки антисептиком, когда вам это нужно. А ось щодо антисептику та ось все ж таки шкіри рук, наскільки часто його можна використовувати? Тому що ось для мене, як для людини з чутливою шкірою, це дійсно проблема. Пересушення шкіри рук, навіть інколи можуть виникнути деякі висипання, коли без рукавичок використовую якісь засоби для миття на кухні, у ванній кімнаті. Ну, так как вы сказали о рукавичках, я сразу хочу сказать, что большинство аллергических реакций связано с неправильным нанесением антисептического средства. Вы должны точно понимать, что антисептик можно наносить только на сухие руки. Вода с антисептиком приводит к аллергическим реакциям. Точно так же рукавички, которые вы одеваете на руки, вы можете одевать только после того, как антисептик полностью высох. Если вы не соблюдаете эти правила, да, возможно, будут аллергические реакции, могут быть ожоги, поэтому нужно просто правильно пользоваться антисептическими средствами. Дякую вам, що ви нам все так гарно сказали, але зараз я пропоную вже підсумувати, на що нашим глядачам звернути увагу, тому що особисто у мене зараз стільки всілякої інформації, хочеться іти скуповувати усі антисептики і захищати себе від інфекцій. Я думаю, що нам потрібно соблюдати правила гігієни, покупати качественну продукцію, і ми зможемо збіжати багатьох проблем. Но всього покупати не потрібно, вам достатньо мати один качественний антисептик. Вам достаточно иметь одно моющее средство с дезинфицирующим эффектом для дома, да? И вам достаточно иметь качественное мыло и качественные моющие и для посуды, и для поверхности, и для санкомнаты, для всего. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы это были профессиональные качественные средства, и тогда у нас с вами не будет никаких проблем. Дякую вам, что сегодня завітали до нашей студии, и сподіваюсь, что это не остання наша зустріч, и будете еще больше навчати наших глядачів про те, як дотримуватись чистоти і забезпечити себе від будь-яких хвороб.